Сегодня в санатории «Озерный» автор уникального тренажера Йохан Гросс установил конструкцию собственного изобретения. В первую очередь тренажер предназначен для помощи детям с диагнозом ДЦП. Кроме того, он в буквальном смысле помогает встать на ноги людям, перенесшим инсульт. Главный принцип тренажера Гросса в том, что он и страхует человека, чтобы тот не упал, и одновременно моделирует его движения, делает их правильными или учит движениям, которые раньше человеку с ограниченными возможностями были недоступны. И здесь очень важно, отмечает Йохан, что тренажер позволяет находиться в вертикальном положении, потому что так достигается максимальный результат. Вот, например, когда лежа делаешь упражнение, ну, это хорошо. Когда поднимаешься в вертикаль, он полностью потеряет ориентацию, потому что он не привык, кровь ушел в ноги. Ага. Давление нога больше, чем в голове. Головокружение, ориентации никакой нету. И поэтому нужно как можно чаще человека поднимать.